И небольшое дополнение к предыдущему ролику о том, существует ли норма психологии, где я сказал, что, в принципе, нормы как таковой психологии нету, а норму устанавливает общество, социальное окружение и то пространство, в котором мы находимся. А это некий договор, где мы будем сохранять максимальное для себя удобство, безопасность и выгоду. Да, то есть на этих критериях и формируется эта норма. И при этом я говорил о том, что о течениях квадроберов, про то, что про попытку ЛГБТ-сообщества внедриться в систему социальных отношений как норма, о том, что понятие равенства в семье, это как, в принципе, создает условия конфликта и конфронтации. Хотел бы в дополнение сказать, что когда болезнь или психологическое отклонение пытается легитимизироваться в обществе, оно превращается в культуру. И люди, находясь уже в этом, они не могут критически оценивать те процессы, которые происходят и к чему они приводят. Те ранее мной названные проблемы нашего социального общества – это то, что уничтожает нашу культуру, уничтожает рода, генетические линии и фамилии.